Есть много мест, где можно наблюдать за победителями. Но лишь одно, где победителем может стать каждый. Ставки на единоборство. 1x-ставка. Пул Коннор, ему 21 год. Рост 174 сантиметра, вес 57,1 килограмма. Профессиональный рекорд 6 побед и только одно поражение. Его стиль — ударная техника. Ladies and gentlemen, he's a striker. He's 21 years old. Standing 174 centimeters tall. Official weight 57.1 kilos. Professional record 6 victories and only one defeat. He's Karadaosh, Kyrgyzstan. Almazbek Natyrov. Его соперник в красном углу. Fighting out of the red corner. Бойцу 32 года, рост 165 сантиметров, вес 57,85 килограмма. Профессиональный рекорд 12 побед, 6 поражений, и его стиль — борьба. Ladies and gentlemen, he's 32 years old, standing 165 centimeters tall, official weight 57.85 kilos. As a wrestler with professional record 12 victories and 6 losses. Дамы и господа, он из Грозного, Россия, ваше приветствие, Расул Албасханов! Рефери поединка — Герихан Шибилов. Алмазбек Надиров и Расул Албасханов. Прямо сейчас наилегчайшая весовая категория. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Друзья, гости, мы тут посоветовались с моим другом Абу Заидом и приняли решение, что самый лучший бой или самое лучшее противостояние, гонорар будет поднят до 150 тысяч долларов. Вот так новости, дамы и господа. А это так, сейчас Мэрбек кинул мотивации, да? Вот прям в этот поединок. Добавил, просто залил масло в огонь. И вместе с Заидом Висмурадовым. И... Да, обычный бонус 50 тысяч долларов, а сегодня 150. Был еще один турнир в августе прошлого года, когда разыгрывался бонус 100 тысяч. Но сейчас это беспрецедентный случай. Да, как сейчас оживились болельщики в том числе. Но давайте все-таки глянем на поединок. Сразу в борьбу забрались и... Немножко потерял равновесие Албасханов. Тут скорость, конечно, фантастическая будет, исходя из весовой категории. Очень много ударов. Первая попытка зайти в борьбу не получилась. Локик от Алмазбека. Навстречу тоже не получается. Вцепился в одну ногу, пытается сделать тейкдаун по две. Гильотину ищет со своей стороны Надиров, но кто кого перехитрит, накрывает все-таки Албасханова соперника и забирается в гард. Прижимает себе Алмазбек плотно Расула Албасханова, тот как будто бы ждет эпизода для того, чтобы отлепиться все-таки от оппонента, пока тот устанет, ему надоест его держать в таком положении. Да и вообще пока как будто бы комфортнее именно в стойке работает Расулу. Хоть и борьба у него в полном порядке. В полнейшем. Это его база. И он, самое главное, Расул — это такой боец, который любит бороться, умеет бороться. И вот есть такое футбольное понятие. Играешь сам, да, и даешь другому играть. Вот Расул борется сам и другому дает тоже побороться. Поэтому за его грэпплингом и за его борьбой всегда интересно наблюдать. Пока контроль при этом. Ну да, не очень много ударов. Такие тычки больше пока от Албасханова. Ну, пытается обойти оборону. Гард тем временем то закрывает, то открывает. Алмазбек Надиров. Ух ты! И вот так вот, да. Пытается улучшить позицию. Высоко держит ноги, при этом всегда готов их как раз-таки забросить. О, вот здесь здорово. Здесь точно, абсолютно. И, кстати, как будто бы очень тяжело попал Албасханов, но нет. Шамиль Бекаев. Камзат Чимаев в углу у Расула Албасханова. Такая серьезная поддержка. Шамиль Бекаев, тренер Ахматов, по борьбе, по грэпплингу. И вот здесь увеличивает давление, но не хватит, наверное, все-таки Албасханову для того, чтобы завершить прием. Забрался за спину, но нет, все-таки. А вот здесь пошел прием, нет? Нет, еще пока нет, но уже заходов было штуки 4. А там ручной треугольник хотел быстро придумать и задушить сзади. Но в итоге выкручивается пока Надиров.
пропустил сейчас один удар. Там получилось так скользь и предплечьем, и локтем. Сечка образовалась у Надырова. Да, после того попадания как раз. Полраунд еще впереди. Накрывает сверху Расул Абасканов. Ноги одну заправил. Разворачивает соперника. Вторая не заходит. Ищет шею. Получилось. Замок на пояснице. Пошло движение. И ищет прием. Вот здесь все! Великолепная работа Расула Албасканова. 13-я победа в карьере. Очередная победа удушающим приемом. 7-я уже. Еще раз смотрим, как это было. Первая досрочная победа на турнире AC-146 и оформляет ее Расул Албасканов. Лишний раз доказывая, что он неспроста находится в топе нелегчайшего веса AC. Приглашаются уже на середину спортсмены. Не получилось у Алмазбека Надирова триумфально вернуться после столь длительной паузы. Но пожелаем ему удачи и вернуться сильнее, как говорят сами бойцы. Дамы и господа, ваш победитель пришел к вам ровно через 3 минуты первого раунда. Ladies and gentlemen, your winner comes to you at 3 minutes of round number 1. Удушающим приемом победу одержал and your winner by submission victory rear naked choke Расул Албасканов.